بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد с позволения الله سبحانه وتعالى мы сегодня поговорим с вами о последнем разделе из книги «Три основы» «Хатима» «Заключение». Автор говорит رحمه الله تعالى والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Люди после смерти будут воскрешены. Всевышний сказал, «Мы сотворили вас из нее, земли. В нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз». Всевышний также сказал, «Аллах вырастил вас из земли, словно растение. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда». После воскрешения люди будут отчитываться и получают воздаяние за свои деяния. Об этом Всевышний сказал, «Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершали, и воздал творящим добро наилучшим, раем». Каждый, кто считает ложью воскрешения, является неверным. На это указывает высказывание Всевышнего. «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершали. Это для Аллаха легко». Аллах отправлял всех посланников радующими, верующих благой вестью и предостерегающими неверных. Об этом Всевышний сказал. «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали. Даже после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Первым из посланников был Нух, мир ему, а последним Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Он является печатью пророков, последним пророком. О том, что первым посланником был Нух, свидетельствуют слова Аллаха. Воистину, мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него». В каждой общине Аллах послал посланников, начиная с Нуха и заканчивая Мухаммедом, повелевая им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту.
На это указывает высказывание Всевышнего. «Мы отправили каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута». Аллах предписал всем своим рабам проявлять неверие в тагута и веровать в Аллаха. Ибн Аль-Тайм, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Тагут – это все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении, следовании и подчинении». Тагутов много, но основными являются пять. Иблис, проклятый Аллахом, тот, кому поклоняются, и он доволен этим, тот, кто призывает людей к поклонению ему, тот, кто заявляет о знании чего-нибудь сокровенного, тот, кто выносит решение не на основании того, что ниспослал Аллах. На это указывает высказывание Всевышнего. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличается от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах слышащий и знающий. В этом и заключается смысл свидетельства. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Начало этого дела – религии, ислам. Столб его – намаз, а его вершина – джихад на пути Аллаха. Аллах уже обо всем ведомо лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и сподвижников». Итак, автор, рахималлаху та'аля, приступил к последней части этой книги, заключение Аль-Хатима. В этом заключении он рассматривает, разъясняет очень важные вопросы, на самом деле, касающиеся религии. Во-первых, он рассматривает такой вопрос, как Аль-Ба'с, то есть вера в воскрешение, Аль-Иману Биль-Ба'с. Он говорит: «Ваннасу изамату юба'асун». Люди после смерти будут воскрешены. И потом приводит довод, как всегда, если он что-то говорит, то сочетает это с приведением довода. И на это указывают слова Всевышнего: «Минха халакнакум, ва фиха нуидукум, ва минха нухриджукум таратан ухра». «Из нее мы сотворили вас, и в нее мы вас вернем, и из нее выведем еще раз». Хвала Аллаху субхану ва тааля, мы приступили к изучению Хатима, да, то есть последняя часть вот этой книги благословенной. И здесь рассматривается вот этот очень важный вопрос. Вопрос веры в воскрешение. Вопрос на самом деле очень важный, потому что многие, которые говорят или заявляют о своей принадлежности к исламу, даже когда возникает вопрос об Ба'с, о воскрешении, проявляют какое-то сомнение. Да упасет Аллах субхана ва тааля. Вера в воскрешение после смерти, аль-ба'ас, она относится к вере в последний день, аль-йом аль-ахир. Мы знаем, что вера в последний день – это один из столпов, да, из важнейших столпов имана, рукнов имана. Вот вера в ба'ас, воскрешение, относится и входит куда? В веру в последний день, аль-иману биль-йом аль-ахир. Потому что вера в последний день, что это такое? Когда мы говорим «Алиман бильйом иль-Ахир», «Вальйом иль-Ахир», «Вера в последний день», она включает в себя, что значит «Вера в последний день»? Вера во все то, что будет после смерти. И «Аль-Ба'ас» – это один из важных пунктов, одна из важных составляющих. И автор приводит довод по своему обыкновению на воскрешение. Это слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Минха халакнакум». «Из нее вас создали», то есть из земли, из земного праха создан человек. «Вафиха нуидукум», «и в землю вас вернем». Человек снова станет, тело его станет прахом, станет землей. «Ваминха нухриджукум таратан ухра», «и из нее, из земли выведем вас еще раз». Еще раз. Аллах Субхану ва Тааля, Он так установил, Он так предопределил, что люди живут на этой земле, умирают на этой земле, становятся потом этой землей, в нее возвращаются, а потом из этой земли они будут выведены, воскрешены, подняты. Все люди. То есть нет исключений ни для кого. Начиная от Адама, алейхиссалям, кончая последним из людей, из рода человеческого, нет ни одного исключения. Ни одного, чтобы кто-то не прошел вот эту программу. Это установление Аллаха Субхана ва Тааля. На этой земле живет, умирает. Хорошо. Потом из земли Аллах Субхану ва Тааля воскрешает его и поднимает его. В том числе Иса, алейхиссалам. Кто-то говорит: «Ну, Иса, алейхиссалам же вознесен на небеса живым». Да, но и он тоже не избежит этой участи. Снизойдет на землю в конце времен,
в конце времен, ахир из-заман, зайдет на землю, умрет на этой земле, как все умирают, умрет на этой земле, погребен будет в нее, и потом будет воскрешен из нее, как все люди. Другой довод приводит автор, слова Аллаха Субхану ва Та'аля, «Валлаху амбатаку мин аль-арди набата, сумма юидукум фиха, ва юхриджукум ихраджа». Аллах вырастил вас из земли, подобно растениям, потом Он вернет вас туда и вновь выведет из нее, оттуда, из земли. Субханаллах. Удивительно, что люди подвергают сомнению воскрешения, аль-бас. Удивительно. То есть рассудок извращен, если он не верит в аль-бас. Потому что тот, кто создал творение из ничего, из небытия. Ведь Аллах Субханаху создал нас из небытия. Из небытия. По-арабски называется аль-адам. Тот, кто создал из небытия. Почему ты сомневаешься, что он может воссоздать повторно? Аллах Субханаху Тааля в суре Ясин говорит об этом. «Авалям яраль инсану анна халакнау мин нутфа». Неужели человек не видит, что мы сотворили его из капли? Из капли. А он припирается. Вот он припирается. Припирается, сотворение, воскрешение. Субханаллах. Тот, который был каплей жидкости, позволяет себе припираться, спорить, возражать Всевышнему Аллаху. Фаизаву хасимун мубин. И вот он припирается явно. Явно припирающийся. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَ. Приводит нам примеры, какие-то сравнения, притчи, возражая Аллах Субхану Тааля. И забыл о своем сотворении. Субханаллах. Забыл о своем сотворении, что был ничем и возник. Создан Аллах Субхану Тааля. Сам себя не создал. И никто его не создал, кроме Аллаха Субхану Тааля. Он забыл о своем сотворении, о том, что он сотворен из ничего и был к этой капле, и умничает, приводит какие-то притчи, какие-то сравнения Аллаху Субхану ва Тааля, кто оттуда возвращался, да и там и то, и все, и третье, и десятое. Ванасия халька, и забыл свое сотворение. Каля ман юхил илама вахия рамим. И говорит, посмотрите, одно из сравнений, вот таких, как ему кажется, умных. Ман юхил илама вахия рамим. Кто может оживить эти кости, которые истлели, стали прахом? Куль юхиха аллази аншаха аввала марра, ва хуа бикулли халькин алим. Ответь ему, этому припирающемуся, кто прах, кто воскресит прах. Ответь ему, оживит их, эти кости, тот, кто создал их в первый раз, и он ведает о всяком сотворении. О всяком творении ведает. Потом автор говорит, после воскрешения люди будут отчитываться и получат воздаяние за свои деяния. После воскрешения, аль-бас, людей ждет аль-хисаб. Аль-хисаб. Вера в хисаб – это составляющая часть веры в судный день, в последний день, в последнюю жизнь. Аль-хисаб – расчет. Каждого из нас ждет расчет. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает наш расчет легким. И будут подвергнуты воздаянию за свои деяния. Воздаяние по-арабски аль-джаза. Аль-джаза. Вера в джаза – это тоже составная часть веры в Бильяум Аль-Ахир. Вера в последний день. То есть, вот это все. Воскрешение, аль-баас. Сбор людей, аль-хашр. Расчет, хисаб. Воздаяние, аль-джаза. Все это входит в веру в последний день. Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит, автор приводит, рахималлах Тааля, довод, как всегда. То есть, на что теперь довод? На расчет и на джаза, на воздаяние. И на воздаяние. Слова Аллаха Субхану ва Тааля, «Валиллахи ма фис самавати ва ма фил ард». Аллаху принадлежит все, что есть на небесах, и все, что есть на земле. Чтобы воздать тем, которые поступали плохо за то, что они совершали. На основании того, что они совершали. И воздать тем, которые совершали благое, бельхусна, наилучшее. Воздать тем, которые совершали хорошее, благое, наилучшим. Аль-хусна. Посмотрите,
тем, которые совершали зло, злодеяния, Аллах Субхану ва Тааля как воздает им? Воздает большим им, чем то, что они совершают. Большей кары или кары соответственные злодеяния. Соответственные, по справедливости, не больше. А те, которые совершали благое, ахсану, ихсан делали, им Аллах Субхану ва Тааля как воздает? По заслугам? Нет, не по заслугам. Аллах Субхану ва Тааля дает им гораздо больше, чем положено им. Хорошо. Больше гораздо, чем они совершили. Поэтому сказано «бильхусна» – «наилучшим». «Альхусна» – что такое «альхусна»? Тафсир этого в сунне, что «альхусна» – это рай. Наилучшее – рай. То есть те, которые ахсану – благодеяли, им будет «альхусна», им будет наилучшее. А наилучшее – что это? Тафсир в сунне. Что такое наилучшее? Рай. Рай – «аль-джанна». Со всеми его наслаждениями, и наивысшее из них это довольство Аллаха и лицезрение лика Аллаха Субхану ва Тааля. Есть еще в некоторых аятах Аллах Субхану ва Тааля говорит, что обитателям рая, помимо воздаяния, еще есть зияда. Зияда. Уладейна мазид. Зияда, добавка. А добавка что это? Аль-хусна, мы поняли, что такое аль-хусна, наилучшее это рай. А добавка еще это что? Зияда, это ру'ятуллах. Лицезрение Аллаха Субхана ва Тааля верующими в судный день и в раю. И это мы говорим с вами, наивысшее блаженство. Пусть Аллах Субхана ва Тааля позволит нам лицезреть его лик. Выше этого наслаждения не существует. Потом автор говорит, что каждый, кто считает ложью, аль-ба'ас, то есть воскрешение, он является неверующим. Он является неверным. Приводит доказательство, что такой человек является неверным. Какое доказательство? Из суры Тагаба, слова Аллаха Субхану ва Тааля. «Зама ал-лязина кафару ал-лайю ба'асу, куль бала ва рабби ла-тубасунна, сумма ла-тунаббаунна бима'амильту, ва залика аля-Аллахи ясир». Неверующие утверждают, что они не будут воскрешены. То есть отрицают бас. Кто отрицает? Как Аллах их назвал? Как Аллах их назвал? Это не мы с вами называем. Аллах назвал их неверующими, которые отрицают воскрешение. «Зама ал-лязина кафару ал-лайю басу». «Коль, скажи ему, Мухаммад, бала ва рабби, напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены». Непременно. «Ятуб'асунна». «Сумма латунаббаунна бима'амин». «То мы непременно вам сообщат о том, что вы делали, что вы совершали». «Вазалика аляллахи ясир». Это для Аллаха легко. Человек, который считает ложью воскрешения, который не верует в воскрешение, воскрешение такой человек не является верующим. Не является верующим. Он не является мусульманином. Почему? Потому что отрицает один из столпов имана. Веру в то, что будет после смерти. Между пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и неверующими была тяжба. Тяжба это по нескольким вопросам. По многим вопросам. Но среди этих вопросов были наиболее главные. Самый главный это какой? Мы говорили с вами вопрос таухида. Да? Поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля, отречение от ширка. И один из важнейших тоже вопросов, по поводу которого была тяжба между пророком саллаллаху алейхи ва саллям и неверующими. Они отвергали это и не хотели признавать. Это вот как раз вопрос о воскрешении после смерти. Бас. Выведение мертвых из могил, подъем, изведение из земли мертвых. Неверные в это не верили. Они не считали восстание умерших истиной, не считали, что это правда. Воскрешение отрицали. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля, Он приказывает своему пророку, саллям, которому возражают эти неверующие, отрицают воскрешение, Аллах Субхану ва Тааля приказывает ему в этом аяте поклясться. «Куль баля ва рабби» – скажи, нет, напротив, клянусь моим Господом, поклясться в чем? Что аль-бас – воскрешение – несомненная истина. Смотрите, пророк, саллям, он и так говорил всегда правду. Никто никогда не слышал от него никакой неправды. Он был правдив без всякой клятвы. То есть и клятвы не надо. Потому что и так известно, что он правдив. Но Аллах Субхану ва Тааля ему все равно приказывает, что поклясться здесь. Почему? Не потому, что пророк Сусан может сказать неправду, а потому, чтобы для того, чтобы эта клятва, она подтвердила
для вот этих людей что? Несомненность. Для всех нас. Несомненность, неминуемость для каждого из нас, альбах, воскрешение. Что воскрешение ожидает каждого из нас. От этого никуда не уйдешь. Поэтому приказано клясться. Куль баля ва рабби, клянусь Господом моим. Самая великая из клятв. Итак, это закончился здесь какой вопрос в заключении? Вопрос, касающийся веры в Аль-Бас, то есть воскрешения. Далее автор касается другого вопроса. Он говорит, Аллах отправлял всех посланников радующими, то есть благовествующими и предостерегающими. Благовествующими и предостерегающими. Потом приводит довод на это, что Аллах посылал посланников благовествующими и увещевающими. Русуля, мубаширина, мунзирина, ли Аллах якуна линнаси, аля Аллах худжатун баада русуль. Мы отправляли посланников благовествующими и увещевающими или предостерегающими, чтобы после прихода посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Смотрите, Аллах Субхану Тааля рассказывает нам здесь, как Он отправил, с какой целью отправил, какова миссия их посланников, как они пришли. Аллах говорит, что Он направил посланников для чего? Благовествовать и предостерегать. Благовествовать для кого? Для кого благовествовать? Для единобожников. А предостерегать кого? Тех, кто отворачивается от призыва всех пророков и посланников. А это призыв к чему? К таухиду. Аллах Субхану Тааля отправил таким образом посланников для чего? Для благовествования кому? Единобожников, предостережения многобожников, чтобы предъявить людям довод. Чтобы люди потом не могли сказать в судный день, а мы не знали, а мы не ведали, а Аллах нас не предостерег, а Аллах не увещевал нас, не сообщил им ничего. То есть вот через приход пророков и посланников, через призыв последователей пророков и посланников, что произошло, что осуществилось? Икаматуль худжа. То есть осуществилось уведомление, предъявление довода творения, довода предъявления человечеству. Это предназначение отправления посланников, смотрите. То есть посланники – мудрое предназначение. Почему Аллах направлял их? Предъявить людям довод. Раз. Второе – милость для людей. Милость к людям. Так, две вещи. Что? Предъявлением довода. Второе – милость к ним. Милость Аллаха Субхану Тааля к ним. И далее потом автор таким образом вошел в какую сейчас тему? Разговор о посланниках вообще, о пророках вообще. Как они приходили, для чего они приходили, какие были посланники. И он говорит, что первым из посланников был кто? Нух, алейхиссалям. Из Русуль, то есть Расуль, первый был Нух, алейхиссалям. Мы с вами раньше говорили, что первым из пророков, Наби, кто был? Адам, алейхиссалям. Адам, он первый из пророков. А первый из посланников, Нух, алейхиссалям. И доказательство, что Нух был первым из посланников, известный хадис о шафаа, о заступничестве, судный день. Когда Аллах Субхану Тааля соберет творение на площадях судного дня, и когда будет нестерпимая жара, нестерпимые муки, люди будут стоять в ожидании начала суда, а Аллах Субхану Тааля не будет начинать суд, чтобы избавиться от мук вот этого ожидания, люди подойдут к Адаму, алейхиссалям, потом подойдут к Нуху, алейхиссалям, будут просить, что? Обратись к Аллаху Субхану Тааля с дуа, с ходатайством, шафа, чтобы Аллах начал суд, чтобы избавил нас Аллах от вот этого состояния, в котором мы находимся. И люди подойдут сначала к Адаму, алейхиссалям. Это длинный хадис про шафа, про заступничество в судный день. Подойдут к Адаму, алейхиссалям, и скажут ему, попросят, придут к нему, попросят его о заступничестве, о шафа, о ходатайстве. Что скажет Адам? «Изхабу иля Нух, фа иннаху ауаля расуль». «Идите к Нуху, потому что он первый посланник». Когда люди придут к нему, они скажут ему: «Нух, ты первый посланник Аллаха к обитателям земли». Еще что указано, то что Нух, алейхиссалям, он первый из посланников. Тот аят, который автор здесь приводит в качестве доказательства. Автор всегда, смотрите, что-то говорит. Говорит Нух первый. Приводит довод. Обязательно. Приучает нас к этому. Религия, она на доводах из Курана и Сунны. Она не взята откуда-то из чьих-то размышлений. «Инна аухейна илейка кама аухейна иля Нухин ван набиина мин баади». «Мы открыли тебе, о Мухаммад, в откровении, так же, как открыли Нуху и пророкам после него». То есть
Миссия Мухаммада саллям, а он посланник Аллаха, такая же, как Нух алейхиссалям, который после него. Аллах указывает, что Нух, он первый. Первый из посланников. И автор говорит, а последний посланником Аллаха был Мухаммад. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он является, автор говорит, хатамун набиин, печатью пророков, то есть последним из пророков. Посмотрите, почему Аллах Субхана ва Тааля, и автор, ссылаясь тоже на аят, здесь на слова Аллаха, почему назван пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в аяте хатамун набиин, печатью пророков, последним из пророков? Почему не назван хатамун русул, печатью посланников? Он же был посланник, не только пророк. Почему не назван последним из посланников? Хатамуль Мурсалин. Почему? Потому что мы говорили с вами, что каждый посланник, он является, конечно же, и пророком. Но не каждый пророк посланник. Да, посланничество, рисаля, это уже миссия более высокая. Предназначение более высокое. Значит, если закончено то, что меньше даже, то тем более то, что больше. Понятно или нет? То есть, если каждый посланник, он кто? Пророк. То есть, не только посланников не будет, даже пророков уже не будет. Вот почему сказано, последний из пророков, а не посланников. То есть, если закончено нубува, пророчество, то посланничество закончено тем более. То, что кто-то скажет, да, последний посланник, но не пророк, то есть откровение все равно люди получать могут еще с небес. Может кто-то сказать, да, ко мне является ангел и приносит мне от Аллаха, субхану тааля, какие-то откровения. Тот, кто получает откровение от Аллаха, это кто? Пророк. Да? Скажет, да, правильно, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям последний посланник. Я не говорю, что я посланник, я просто получаю откровение. То есть утверждает, что он неби. Так вот, чтобы этого не было, что? Последний из пророков сказано. Потому что конец посланничества, он может и не означать, может что? Окончание пророчества. То есть кто-то может говорить, что пророчество не прекратилось, приход откровения от Аллаха. А уже когда сказано, что последний из пророков, что и пророчество вообще прекращено, тем более, конечно, уже тогда и посланничество. Поэтому, понимаете, почему сказано хатаму набиин, а не хатаму аль-мурсалин, хатаму русуль. Понятно? Ясно это? Конец пророчество, он означает и конец посланничества. Вот конец посланничества, прекращение его, ну, может что? Не указывать на конец прекращения пророчества. Поэтому отсекается вообще в самой основе даже. Да, и пророков не может быть. И каждый, кто претендует на пророчество после Мухаммада саллаллаху, говорит, что он получает откровение от Аллаха. Такой человек является лжецом. Кязиб. Казаб. Такой человек является неверующим, неверным. Если кто-то верит ему, следует за ним, верит ему, что действительно получает откровение, тоже становится неверующим. Тоже становится неверующим. Да пасет Аллах Субхана ва Тааля. Это нужно знать. Потому что многие мусульмане не понимают этот вопрос. И говорят, там действительно есть женщина, она получает какие-то вот откровения с небес. Да. Или она вот пошевелит своими какими-то спицами там или чем-то, какими-то палками там своими. И она вам скажет ответ, вот на самом деле. К ней приходит от Всевышнего уведомление, так или не так, и как правильно. Так вот, кто верит в такие вещи, тот является неверующим, да пасет Аллах Субхана ва Тааля. И далее автор говорит, посмотрите, каждой общине Аллах посылал посланников, начиная с Нуха, заканчивая Мухаммадом, повелевая им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться Тагуту. Ямурум би ибадати Аллахи вахдаху, ва янхахум ан ибадати тагут. Приказываем поклоняться только Аллаху, запрещаем поклоняться тагуту. Смотрите, в этих словах автор разъясняет какой вопрос. Для чего приходили посланники? Очень важно. Для чего все они приходили? И говорит он, что религия всех пророков, всех посланников – это одна религия. Аллах всех посылал их с одним. С одной религии. С какой? Приказывали, чтобы они людям поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, их создателю, и отказаться от тагута. Тагута, от лжебога, не верить в тагута. То есть иман билля и куфр бит тагут. Вера в Аллаха, отречение от лжебогов. Более того, на самом деле отречение от тагута, оно предшествует вере. Вере в Аллах Субхану ва Тааля. Отречение от тагута. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что тот, кто
отверг тагута, то есть проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха, тот ухватился за надежную рукоять. То есть Аллах Субхану Тааля что поставил на первое место? Фама якфур биттагут ва юмин биллах. Кто отверг тагута, проявил неверие в тагута и уверовал в Аллаха, тот ухватился за надежную рукоять. Что Аллах поставил вперед, начало? Неверие в тагута. То есть на первое место отречение от лжебогов. Как в ля иляха илляллах. Ля иляха илляллах. Ля иляха — это отрицание, отвержение чего? Всех, кому поклоняются, кроме Аллаха Субхану Тааля. Илляллах — утверждение, поклонение Аллаху Субхану Тааля одному. Да? То есть сначала что? Отречение, потом что? Утверждение. Сначала куфр, неверие во что? В тагута, в лжебогов. Хорошо? Потом что? После этого упоминается уже. После этого идет что? Иман биллах. Вера в Аллах Субхану ва Тааля. Итак, он говорит, что все, начиная от Нуха и заканчивая Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, все они повелевали поклоняться одному Аллаху и запрещали поклоняться тагуту. И потом опять приказ приводит что? Довод. Как всегда довод. Что, какой довод приводит? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. В каждую общину, каждой общине посылали посланника со словами: поклоняйтесь Аллаху, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, и отстранитесь от тагута. Смотрите, وَلَقَدْ بَعَثْنَا. Мы с вами говорили, что если есть لَقَدْ, частица لَقَدْ, обязательно перед ней значит есть клятва, непроизносимая, но подразумеваемая. Потом لَقَدْ тоже что? И лям, и кад, они призваны что? Подтверждать, усиливать, удостоверять. Хорошо? Речь, которая после этого будет сказана. Для усиления и подтверждения ее, и несомненности того, что будет сейчас сказано. Поэтому как понять эти слова Аллаха Субхану Тааля? Понять так, что клянусь, говорит Аллах Субхану Тааля. Аллах клянется. Мы, то есть Аллах Субхану Тааля, несомненно, несомненно, каждой общине, то есть каждой группе, каждой общине посылали кого? Посланника. Либо сам посланник приходил, либо кто? Последователи его, которые доносили его религию. С какой миссией? С какой миссией все пророки приходили и посланники? Они абдуллаху ваджтанибут тагут. Поклоняйтесь Аллаху. Мы говорили с вами в Коране, как говорит Ибн Аббас, поклоняйтесь Аллаху всегда означает что? Вахидуллах. Таухид означает. То есть исповедуйте таухид, поклоняясь только Аллаху. Ваджтанибут тагут. И сторонитесь тагута. Иджтанибу. Сторонитесь. От слова джаниб. Сторона. Смотрите, вот этот глагол, он иджтанибу. Он наиболее сильно выражает приказ отказаться от тагута. Наиболее сильно выражающий глагол этот смысл. Отдалиться совсем. То есть означает этот глагол, что пусть тагут в одной стороне, вы будете совершенно в другой стороне. Что такое тагут? Что такое тагут? И дальше автор разъясняет, что такое тагут теперь. Хорошо. Сторонитесь тагута.